дорогие друзья, зрители моего канала и подписчики, вы на канале Крош ТВ, я Крош, и у нас снова прохождение Plants vs Zombies 2 или Растения против Зомби 2. Да, вы не ослышались, я замечательную игру, мы снова будем проходить вместе с вами, друзья, да, вы не ослышались. И сразу же напомню, что кому понравилось мое видео, кто хочет поддержать мой канал, подписывайтесь на него, друзья, да, поддержите его. И у нас 32-й лот, также есть дерево, и вперед, вперед к победе. Может, я это, конечно, зря сказал, но все-таки. А вдруг у Марвина проблемы? Пеликан? Я здесь первый раз вижу пеликан. Походу он быстрее летит. Надо вот здесь вот ставить. Стоять, Казбек. Да, он быстрее просто там, быстрее летит. Я так и понял. Я сразу понял подставу. Угу, так. Чё-то как-то он сразу быстренько пролетел. Пеликаны — это плохо, друзья. Да блин, они просто пролетают и все. Так нечестно. Вот это вот я немного поторопился, конечно. Стоять, Казбек. За рекой граница. Да, еще один тяжелейший уровень. Так, явно они только вот здесь вот плывут. Давайте вот тут вот поставим. Не знаю пока, для чего это нужно. Они просто хавают, друзья. Они просто пролетают. Мне просто не дают. Невозможно поставить. Не люблю я вот эти вот растения, которые просто закидывают, как бы. Прям вообще, прям ужас для меня. Ну и где ты поедешь? Создание беспонтовое. Так, давайте-ка вот этим будем давать. А то мы так точно проиграем. Mm-hmm.
Да и так мы проиграем. Ладно, последняя попытка. И потом я, наверное, за кадром уже попробую пройти. Я понял, для чего мне дают взрывчатку. Я это понял. Но взрывчатка она беспонтовая просто. Я не хочу еще один уровень просто ивентами проходить. Я понял, что ее надо вот сюда вот сажать. Офигеть, я не туда поставил. Я не знаю, что там происходит, почему мы еще не проиграли. Да, хоть немного посмотреть, что там вообще происходит. Так, дайте мне простора немного, чтобы хоть посмотреть, что тут. Как вообще дела обстоят. Так, срочным образом. Нет, я тебе не дам, фашист. Так, давайте ему этот дадим хотя бы. Так, ну будем сдерживать. Нам больше ничего не остается. Фу, хоть этого вальнули. И этого. Ужас просто, друзья. Просто они, походу, борщинули с этими уровнями. Так, у нас же еще вот этот есть. Давайте его тоже сразу пройдем. Только спасали ивент. Нет, может быть, эти ивенты можно было и не использовать, конечно. Ну я просто не видел, что там происходит. Там легко они могли, например, где-то пройти. Из-за этого я просто это не увидеть. Потому что их слишком было много. Вот в чем проблема. Да, напишите,
как вы его, например, прошли. Мне будет интересно почитать. Ну и другим ребятам, которые тоже, например, проходят. Чтоб тоже им было попроще. Стоять. Ребятишки. Так, ну-ка давай-ка, вонзи-ка в него. Ну, пока вроде бы держимся. Так, что-то он вообще обнаглел, этот парень. Ну-ка, давайте в него. Отработаем. Ну, нормально. Так, и давайте на этом закончим. С вами, друзья, был Крош. Поддерживайте мой канал, подписывайтесь, кто еще не подписан, ставьте пальцы вверх, комментируйте. Увидимся уже в следующей серии. До новых встреч. Пока-пока.